Всем привет, сегодня 8 марта. Когда я беру телефон, короче, снимать что-то, вообще у меня всегда звонит телефон. Никогда мне не дают поснимать. Так вот, смотрю, короче, говорю ЖК, но мне особо так не нравится. В последнее время что-то начал смотреть. Сейчас вам покажу, что там Карина делает. 8 марта. Фу, блядь, нахер ты меня пугаешь? Я подкалываю. Фу. Я так дернулся. Че, как отмечается? Хорошо. Опять ты танцуешь? Да, ты ставишь. А с третьего видео будет и пляшешь? Музыку только ставишь. Давай покажем, что ты там делаешь. Ну-ка, хватит. Нормальные девочки себя должны скромно вести. Пойдем. Расскажи, как отмечаешь ты? Мои цветочки. Соседи орут с утра, короче, что-то на тут на другом. Там вообще бурно проходит 8 марта. Ну. Они соседи вообще. Вот они здесь сидят вдвоем, короче, подбухивают. Печальная сегодня какая-то погода. Вообще. Когда лето там же? Карина вейпер. Сейчас глаза вылезут. Ну что? Слышал такое? Подписчицы. Поздравляю вас с 8 марта. Тебя тоже? И тебя? Что ты включаешь? А почему у тебя мозг устроен так вот, что ты дерьмо какое-то слышишь? Карина, что пристаешь? Ты реши, куда мы пойдем уже, а? Ты сколько ты выпила? Там сколько мы выпили? Одну допили вы? И что это происходит уже с тобой? Еще одну не допили. Даже моя бэйби, даже моя бэйби не зная. Ты подругу позвала, чтобы вот здесь у стенки танцевать? Сейчас треснешь пополам. Иди. С подругой сиди, общайся. Я вам расскажу сейчас, что будет, если оставить компьютер ненадолго одну. Смотрите. Сразу. Да, диалоги открыла. По-любому знала, что я сюда иду, и сразу закрыла все, конечно. Пойдем. Сразу, реакция. Это я знал. А, ты записываешь? Да, конечно. Я же записываю. Карина. Ты потом скажешь, удали, пожалуйста, не вставляй этого в блог. Так в смысле я не вставлю? Я снимаю для чего? Чтобы не ставить потом, что ли? В смысле? Вот так у нас 8 марта проходит, Карина. Сколько сейчас? Просто не знаю. Че, расскажи о себе. Как твое 8 марта? Мое 8 марта прекрасно. Посидел с бабушкой. Поздравил твой? Да. Знаешь, сколько сильных и независимых в барах сидят? Вот мы уже выперлись наконец-то. Весело. Че это у тебя здесь такое? Татуировки? Татуировки. Ужас какой-то. Кстати, ее заканчивать надо же. Так а что ты? Пиздец, я забываю. Я уже в таком пальто весеннем. Уже весна в душе, но на погоду еще на улице так себе. Вот, кстати, купил это пальто. Че, как это? Не пальто уж называется. Короче, вот это... Парку купил, и оказывается, узнал, что в конце, когда уже купил, что это Томми Хилфигер, прикинь, я даже не знал. Я думаю, ну, нормально вроде она стоит. Эй, я русский, а что тебе, американец, что ли? Ты наёбщик. Чё с прической? Мы тут посмотрели фильм... Е-блог. Посмотрели Рено Логан фильм. Ну, Логан, про Росомаху. Расскажи, что-то он смотрит просто все эти фильмы, мне вообще насрать. Что тебе рассказать? Что там, спойлеры? Не, ребят, извините, я не такая сука. Короче, там все плохо кончилось, он плакал в конце. Ты что сейчас? Ну-ка, выпусти когти. Блин, не работает. Карина. Это мы делаем, что у нас типа эти лезвия эмоции. Из рук. Это наши эмоции. В общем, все, 8 марта закончилось. Карина сейчас начала в машине что-то фырчать там. Я такой, все, твой день закончился, 8 марта кончилось. Так что, все, Карина. Ты девушка, но нельзя так обращаться. Как? В общем, все, мы домой. Спасибо, что смотрели это. Надеюсь, вам понравилось. Всем привет! За рулем вы меня еще не видели. Я сейчас нахожусь на вождении со своим инструктором, катаюсь. Он сейчас ушел к каким-то своим делам. Вот, оставил меня вот на машине. Я решил вам поснимать немножечко. Вот на Kia. Не помню, что за модель-то. Не помню, короче, на Kia катаюсь. В общем, очень привык к ней. Вообще захотел такую машину. Очень нравится мне. И на дороге такая она вроде классная, черненькая.
красивая, стоит где-то, наверное, ну, 1800 новая. Наверное, можно подешевле найти. Но я первую машину буду покупать дешевую, наверное, 1400 я рассчитываю. Ну, не дороже 400 тысяч. Боюсь ее ушатать где-нибудь, и поэтому что-то дешевое куплю на Авито. С пробегом, понятное дело, но постараюсь в более-менее нормальном состоянии. Если вы разбираетесь в тачках, то посоветуйте мне, пожалуйста, что-то для первой машины. Я рассматриваю Chevrolet Cruze или Volkswagen Polo. Но это две такие машины, которые я, в принципе, так для себя выбрал. Я вот, у меня тут переходной возраст, прыщи, все такое. В общем, вот, если вы шарите, то жду комментария вашего по этому поводу. Будет очень интересно, потому что я уже в течение полугода сижу на всех этих сайтах, на форумах что-то читаю, спрашиваю у таксистов, какую машину лучше выбрать, все очень по-разному советуют. В общем, вот так вот. Надеюсь, что получится все. Сегодня иду стричься, и в следующем влоге я буду выглядеть уже как человек. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии здесь на YouTube. До новых встреч! Даже ФСБ ничего не узнает, что набирая сера. Вот такая вот хуйня, брат. Что там даже Ямада тоже ничего не знает, нет. Что там даже и Систер.